На рабочем столе компьютера каждого из журналистов нашего телеканала десятки обращений граждан к губернатору Александру Осипову с просьбой спасти их от собачьих стай, оккупировавших улицы Читы и других населенных пунктов Забайкалья. В архивах портала «Запру» сотни обращений по поводу агрессивных псов, а телеканал «ЗапТВ» регулярно, несколько раз в месяц, снимает сюжеты, где показывает покусанных людей. Например, вот этот, где мы рассказывали о женщине, на которую напала стая, когда та всего лишь выносила мусор. 20 швов на голове, вырванные куски плоти на ноге. А рядом, как ни в чем не бывало, гуляют те самые собаки, которые напали на нее. Но этого вам мало, господа руководители, вы дождались страшной смерти маленькой девочки. Весть об этом докатилась до Москвы. Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Местные жители неоднократно обращались за помощью к муниципальным властям. Проблема бездомных животных никто системно не занимается, до тех пор, пока не случится трагедия. В этой связи правильно в данном вопросе вести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых. Это написал председатель Государственной Думы в своем телеграм-канале. Но разве сейчас чиновники не отвечают за проблемы с безнадзорными животными? Вы только сейчас задумались о том, кто виноват. То есть смерть мальчика в 2015-м вас ничему не научила, а жертвы диких стай в Улан-Удэ и Якутии остались незамеченными. Господа государственные и муниципальные служащие, вы симулируете какую-то деятельность, выделяете незначительные суммы на отлов собак, а граждане все больше понимают, что выхода в этой ситуации нет. В прошлом году мы делали сюжет о том, как краевая власть взвалила проблему отлова бродячих животных на муниципалитеты, забыв выделить деньги. В районе Кыринскому выделили 420 800. Из них 325, по-моему, на осуществление полномочий и где-то 95 000 на администрирование. Вот представьте, на такую сумму выйдет какой-либо подрядчик. Практика показывает, что те районы, которые успели объявить конкурсные процедуры, ни один подрядчик не заявил желания выходить в район. Где ваши слезы, Александр Осипов? У вас хватило сил выйти перед разгневанной толпой, но всем виден ваш испуг. Вы сыпали обещаниями конкретно для населения Домны, сетовали на закон и мечтали поскорее уехать. А вы были на месте расправы над маленькой девочкой? А мы были. До нас, до Забайкальского края, вообще всем давно. Ну вот то, что губернатор говорить? Вчера говорил слова, что он будет разбираться с этими собаками, вы верите в эти слова? Лично я нет. Я считаю, пока вот этот ажиотаж сейчас идет, все люди злые, они сейчас будут обещать. Придет неделя, месяц, все забудется. 100%. Другого я просто не ожидаю. Вы доверяете словам губернатора? Да никто ему не доверяет. Если бы делалось много лет назад. Стаи ходят не первый год уже по деревне. Результаты видим налицо. Страдают дети. Мы скорбим о страшной утрате, но понимаем, что проблема никак не решается. Нигде, по всему Забайкальскому краю. Завтра или даже сегодня она может повториться где угодно. По слухам, в Домне, после того, как собачья свора растерзала маленькую девочку, местные жители начали самовольный отстрел собак. Годы бездействия власти привели к тому, что ситуация давно вышла из-под контроля. Отловили 25 псов в Домне, уже вкусивших человеческую плоть, и через 2 недели их привезут обратно. Мы все в большинстве своем любим животных, но ситуация критическая. Давно пора что-то делать. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, ЗапТВ.